Вместо учителя русского языка – терапевт, вместо учебников на партах – тонометры. В 134-й школе развернули временный медпункт для пострадавших во время пожара в поселке Шмидта. На встречу с врачами пришла и Анастасия Степанова со своей семьей. Говорит, времени посещать поликлинику сейчас нет. Каждый день приходится ходить на пепелище, разбирать то, что уцелело. А потому очень важно посетить всех специалистов быстро в одном месте. Сегодня нас тоже пригласили, всех, кто пострадал. Ко времени мы пришли, тут очень так все организовано, очень даже удивились, что тут каждый кабинет оформлен. Вообще большая благодарность, конечно, сейчас. Хоть нам, конечно, очень некогда, мы все равно... Мы думаем, что как бы нам это очень будет во благо. Пострадавшие здесь могут сдать ЭКГ, попасть на прием к терапевту и получить помощь психолога, если нужно. Детей принимают 2 педиатра. Если необходимо провести дополнительные исследования, людей направят в поликлинику к специалистам без очереди. Выявляем показания для дальнейших исследований и лечения и будем проводить соответствующие мероприятия. Для них сейчас зеленый свет будет дан полностью по поликлинике, если необходимо, и в других лечебных учреждениях. Жители всего региона собирают вещи для пострадавших. Сбор организовало самоуправление поселка. Погорельцам передают деньги, продукты с большим сроком годности, одежду и необходимые предметы быта, технику, посуду и детские игрушки. Полученное распределяют между собой по надобности. Мы стараемся помогать всем, чем мы можем. Главное, чтобы люди почувствовали, что в этой беде они не одни. Поэтому помогают все, поверьте, весь город откликнулся к нам. Везли вещи из Тольятти, из Южного города, из Новокуйбышевска. Огромное всем спасибо, что вот не бросили в трудную минуту. Накануне также в 134-й школе для погорельцев организовали встречу с представителями городских департаментов опеки и управления имуществом. Специалисты рассказали о том, как жители смогут получить выплаты и помогли оформить все необходимые документы. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События.